Как в республике помогают найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья? Об этом говорили на расширенном заседании коллегии Минтруда Чувашии. 26 тысяч человек. Столько в республике трудоспособных инвалидов. Из них реально трудиться могут около 9 тысяч. И подыскать рабочее место несложно. С начала этого года центры занятости населения работают по новому принципу. Мы связываемся с ними в целях уточнения потребностей в трудоустройстве и при необходимости оказываем ему содействие в трудоустройстве, направляем на прохождение профессионального обучения, оказываем психологической поддержки и другие государственные услуги. В помощь – база вакансий «Работа в России». Здесь собрана вся актуальная информация. Только тут на выбор более 300 рабочих мест. Кроме того, самый действенный способ – квотирование. Республиканский Минтруд активно работает с предприятиями, которые трудоустраивают инвалидов и создают для них специальные рабочие места. На сегодня 402. На все оборудованные места были в свое время были трудоустроены инвалиды. На сегодня 402 инвалида продолжают трудовую деятельность. 265 рабочих мест ликвидированы в связи с закрытием, ликвидацией предприятий и организаций. И имеется пока 53 свободных рабочих места, на которые органами службы занятости населения осуществляется подбор для трудоустройства инвалидов. Еще один бонус тем предприятиям, на которых 50% работников инвалиды. Они получают дотацию из бюджета республики. В этом году распределяют почти 1,5 миллиона. Отметим, что сейчас в организациях и компаниях Чувашии трудится 6 тысяч инвалидов. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.